Добрый день, уважаемые зрители. В 10 часов 30 минут московское время начинаем наш внутренний дневной анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков. Вижу, что плюсики пошли. Борисюк Дмитрий, Устинов Алексей, Чумаков Сергей. Всем доброе утро, всем привет. Понимаю, что все нормально с трансляцией. Вначале обсуждаем основные экономические события, рассматриваем ключевые макроиндикаторы, которые были опубликованы после последнего обзора, и те, которые будут опубликованы до конца дня. Соответственно, исходя из этого, анализируем ключевые валютные пары. Открываем наш Форекс-календарь и давайте вспомним, посмотрим, какие индикаторы, что должно было бы опубликоваться после последнего аналитического обзора. Сегодня уже пятница, последний день недели. Вчера, практически после нашего обзора, был опубликован. Мы говорили о торговом балансе по Швейцарии, что видно было, что экспорт замедляется, импорт тоже падает. Это, скорее всего, из-за дорогого швейцарского франка. Выступление главы Банка Японии Харухико Корода, он выступал и говорил о денежно-кредитной политике. Коротко сказал, что они будут стараться достичь целевого уровня по инфляции любыми способами. Если понадобится, они готовы поменять или сказал, что они готовы в любое время пересмотреть свою монетарную политику. То есть это некие намеки, как и раньше, что если нужно, будем запускать новую программу по количественному смягчению, но если не нужно, не будем запускать. Скорее всего, я ничего нового не услышал, то, что он говорил уже на этой неделе один раз, сегодня второй раз, практически это те самые слова, которые мы слушали уже долго. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке, практически здесь не было каких-либо изменений, вообще никаких изменений. Ставку сохранили на предыдущем уровне, риторика практически самого содержания заявления та же самая, что швейцарский франк все-таки перекуплен, имея в виду против европейской валюты, конечно, что они ожидают снижения швейцарского франка, что практически в любое время готовы принять и совершить валютные интервенции для ограничения роста по швейцарскому франку, если это будет нужно. То есть один к одному тот текст, практически который присутствовал и практически квартал назад. Но тут была коррекция вниз по прогнозу по экономическому росту, точнее по ВВП и по инфляции. То есть они снизили свой прогноз за 2014 год. Думаю, что как и по как и по инфляции, так и по... Давайте посмотрим, чтобы и по ВВП, просто чтобы я не совершил некую ошибку. Потом кто-то скажет, что неправильно мы говорим. Так, где у нас монетарная политика? Последнее заявление. Думаю, что как и по ВВП, вот последнее заявление, как и по ВВП, так и по... извиняюсь, вот хорошо, что мы открыли. Вот я просто сразу вспомнил, что это не было за 2014 год, а за 2015 год. Вот здесь написано, что они снижают, как и по... Так. Одну секундочку. Практически они снизили свой рост по инфляции, извиняюсь, именно за 2015 год. Видно, что по новым прогнозам красная линия. То есть они ожидают некий такой маленький рост в конце этого года по инфляции выше оранжевой линии, которую они нам показывали, ожидали практически во время предыдущего заседания. Но в следующем году, в 2015, конечно, и 2016, они ожидают снижения по инфляции. То же самое и по ВВП. Вот видно, что практически они ожидают, что ВВП, да, снизился и что он будет ниже вот этого уровня в текущем году, ниже уровня 1,5. То есть они снизили прогноз по ВВП за 2014 год, а по инфляции за 2015 год. Хорошо, что я это открыл, чтобы действительно по факту увидели, как было.
То есть практически никакого сюрприза, можно сказать, со стороны СНБ не было вчера. И поэтому давайте мы с целью сейчас откроем даже пару евро, швейцарский франк. Там это, скорее всего, более видно. Так, где у меня пара евро, швейцарский франк? Вот пара евро, швейцарский франк. Вчера при публикации вот этого решения, здесь у нас 10.30 будет. Так, что происходит? Вот 10.30. Видно, что практически хоп. Был этот гэп, и пара пошла вниз, то швейцарский франк снова вырос против европейской валюты. Почему? Потому что вот на часовом фрейме видно, что вот эти отскоки, вот эти откаты были на фоне ожиданий, что швейцарский национальный банк примет некие меры по удешевлению курса. И поэтому многие начали продавать швейцарские франки во время вот этой впадины, покупая евро против франка. Вот сейчас практически не было никакого такого сюрприза. Это практически, можно сказать, не оправдало вот эти ожидания. Пара практически вернулась до предыдущей впадины. Но как минимум мы знаем, что около нижнего порога всегда будут такие откаты. Так что по этой паре всегда можно в нижней части здесь где-то покупать при откате, продавать. И рано или поздно здесь начнется тоже некий восходящий тренд, имею в виду на 4-часовом или на дневном фрейме. Но пока я думаю, что мы далеко от этого, у нас будет время отреагировать. Я озвучу свое мнение, когда будет такая возможность, скорее всего, в ближайший месяц или два четкого разворота по этому падению не будет, лично по моему мнению. Но все может произойти, если появится, я, конечно, озвучу свое видение. Что у нас было дальше? Розничные продажи выросли меньше, чем ожидалось в Британии. Как и в месячном выражении, видно, что у нас идет рост. И в годовом выражении идет рост. Но они меньше ожиданий. Почему? Потому что без учета топлива у нас видно, что идет снижение по сравнению с предыдущим числом, по сравнению с ожиданием. И даже предыдущие значения, имейте в виду, они были скорректированы вниз. То есть еще один такой индикатор, который имеет негативный эффект для британской экономики. Вчера была запущена программа LTRO, точнее TLTRO, целевая программа Targeted, поэтому это буква Т, целевая программа, и потом LTRO по рефинансированию. 82 миллиарда. Это ниже ожиданий финансовых участников, как и на валютном, так и на других рынках. Почему? Потому что в целом ожидалось, что общая программа вот этих TLTRO будет порядка 400 миллиардов. То есть это, скорее всего, 1/5 часть от ожиданий. Но мы должны понимать, что вчера было озвучено, что они запустят вторую программу в конце этого года, то есть вторую такую программу TLTRO, и в сентябре будет озвучено уже там новое дополнительное число. Вот может тогда, скорее всего, размер программы будет больше. Но все-таки даже вот это число, которое было опубликовано, хоть оно ниже ожиданий практически, мы нельзя... Думаю, что неправильно ожидать, что евро будет расти. Скорее всего, да, евро бы могло бы намного больше обрушиться, но из-за того, что программа намного меньше, просто оно замедлит свое падение, будет такие волатильность в неком диапазоне. Но я не ожидал какого-либо роста до конца месяца, сильного, имею в виду, по европейской валюте. Чуть попозже об этом поговорим. Плохой отчет по изменению объема промышленных заказов в Британии. Международные резервы Банка России снижаются. Видно, что практически на 5 миллиардов. Мы должны понимать, что это из-за неких интервенций, которые банк совершил. Думаю, что они же озвучили, что там на 1 миллиард в начале недели совершили такую интервенцию. Первичные и вторичные заявки на пособие по безработице в США хорошие. Разрешение на строительство и начатое строительство домов в США. Числа красные, ниже ожиданий, ниже предыдущих значений. Но если мы посмотрим на гистограмму, давайте в Forex Factory посмотрим. Просто там гистограмма одна из наилучших, если честно. Посмотрим, как это выглядит. Вот эти красные числа не такие плохие. Почему? Потому что видим, что все-таки гистограмма, вот эти столбики, они намного выше вот этой впадины. И, скорее всего, если на более мелком формате посмотрим,
видно, что это, скорее всего, некое движение в бок. То есть нельзя говорить, что идет ухудшение. Если вы со мной согласны, ставьте свои плюсики. Вот как выглядит вот эта гистограмма. Да, значение ниже ожиданий, но я не вижу никакого негатива. Все-таки идет некая восходящая тенденция. Филадельфийский производственный индикатор был слабым. Ниже ожиданий, ниже предыдущего значения. Вчера был референдум в Шотландии. По последним данным, как будто только 46% проголосовали за отделение Шотландии. То есть Шотландия остается в составе Соединенного Королевства. Соответственно, видно, что это успокоило немножечко фунта скептиков, и фунт немножечко отреагировал позитивно, доходя до уровня 1.6510 рано утром против американского доллара. Какова статистика у нас сегодня? Джанет Йеллен выступала, да, здесь написано, но она говорила о доходах населения в США. Тут вообще не было ничего существенного по монетарной политике, и вряд ли она же в среду выступала во время пресс-конференции, так что каких-либо новостей вряд ли могут произойти за там полдня. Идем дальше. Плохие индикаторы по Японии. Индекс активности во всех отраслях снижается. То есть видно, что японская экономика, как я для себя уже делаю вывод, это проигравшая экономика. Она сильно отстает уже от других азиатских экономик, например, по сравнению с Китаем и даже по сравнению с ростом в Корее. Так что я не сомневаюсь, что и в будущем индикаторы по Японии в долгосрочной перспективе не будут радовать. Мы вчера смотрели, что у них вышел плохой торговый баланс, практически снижение экспорта в Японии или отсутствие роста экспорта в Японии. Япония, как мы знаем, экспортоориентированная страна, экономика, была из-за падения спроса на японские товары в США. То есть видно, что один из ключевых партнеров Японии по торговле своим слабым спросом влияет негативно на японскую экономику. Я думаю, что это и будет сохраняться. И видно, что это давит сильно на японскую экономику. Да, уже Китай практически за последние 6-7 лет вытеснил США и является ключевым торговым партнером до Японии. Но пока доли практически еще сопоставимые, одинаковые. То есть общая доля по торговому балансу у Китая и США просто выровнялись. Немножечко перевысил Китай американскую долю. Но пока Япония не ориентируется полностью на Азию, чтобы в основном торговала с азиатскими странами и так сильно зависит от США, я сомневаюсь, что у Японии есть каких-либо позитивных перспектив. У нас платежный баланс публикуется в 12.00 по московскому времени в еврозоне. Индекс цен производителей по Германии вышел 40 минут до нашего обзора в соответствии с ожиданием. Думаю, что эта статистика не очень важна сегодня для евро. Единственная важная статистика сегодня для валютного рынка, это по Канаде инфляция. После безработицы инфляция является ключевым индикатором для монетарной политики Банка Канады. Думаю, что канадский доллар очень сильно отреагирует на вот эту инфляцию сегодня. То есть, если продолжится падение по канадцу, зависит от этой инфляции. Если инфляция будет очень хорошей, скорее всего, мы должны обращать внимание на основной индекс потребительских цен от Банка Канады без учета в основном цен на продуктов, на продукты и на энергоносители. Поэтому имейте в виду, что нужно учесть вот эту компоненту. И, конечно, если индикаторы будут очень хорошими, они, скорее всего, замедлят падение канадца. Какие у вас вопросы, уважаемые зрители, по макроиндикаторам, по событиям? Жду ваших вопросов в чате. Индекс опережающих индикаторов публикуется в США. Не думаю, что это сильно повлияет тоже на доллар. Практически нет никакой важной статистики сегодня. Рынок будет двигаться на фоне уже сформировавшегося настроя по валютам. Кроме канадца, вот по канадцу можно сказать, что сегодня достаточно важная статистика. Лично для меня очень важная. Десятилетние облигации в США. Никаких сомнений нет, что ставки повышаются. То есть видно, что у нас и в этой неделе уже идет рост. То есть это позитив для доллара. Вспоминаем вот эти впадины, которые были в августе. Да, видно, что
Это поддерживает рост американского доллара. И так как вижу, что вопросов нет, начинаем с долларового индекса. Вау, кто тут у меня рисовал? Так. Я не понимаю. Тут кто-то пользовался, видимо, моим профилем, и все удалено. Так, да, вообще все удалили. Представляете? Сейчас нужно все заново делать. Так, давайте посмотрим, если вообще тут некий бардак. Кто-то заходил, пользовался моим профилем. Видите ли, сейчас нужно все заново строить. Ну что ж, понадобится, чтобы построить все, что мы раньше строили. Так, наш диапазон. Наш диапазон. Что мы сейчас делаем? Давайте я уберу вот эти уровни Fibonacci, которые лишние для нас. Нас интересует для начала только наш канал. Так, уровни Fibonacci. Вот мои уровни Fibonacci. Я оставляю эти отображения на ключевых таймфреймах. Так. Список FIBA. Параметры 90 и 70. Середина 80. Так, 90 и 70. Все готово. Пока все готово. Делаем наш диапазон, который мы рисовали с 19 февраля текущего года. То есть вторая половина, верхняя половина, выше уровня 80 до уровня 90. После того момента, когда мы сказали, что ожидаем движения в этом боковике в основном в течение этого года. Так, настраиваю параметры. 2014 год, 02-19. Тогда было вот это ключевое заседание ФРС. Мы поставили вот эту четкую, ясную, зеленую линию. И мы тогда сказали, что после вот этой даты, мы после вот этого заседания ФРС, мы ожидаем, что в основном долларовый индекс будет двигаться в верхней части вот этого диапазона. И нет никаких сомнений, как мы смотрели уже на 4-часовом фрейме. Вот здесь было два выхода из этого диапазона. Но наш прогноз был очень точным, очень правильным. Видно, что основная часть графика находится именно в этом диапазоне. Так, то есть все здесь сделано. Видно, что долларовый индекс открываем на более мелком фрейме. Видно, что долларовый индекс сделал паузу до заседания ФРС. Потом он пошел вверх. Сейчас произошел маленький откат. Конечно, медленно, не так быстро, но все-таки этот рост потихонечку будет возобновляться. Я сильно сомневаюсь, что в течение месяца есть сильных перспектив для снижения. Пока нет никакого форс-мажорного события, я сомневаюсь. То есть вот вспоминаем, что наш долларовый индекс показывает, как и то, что мы рассмотрели, что ставки по 10-летним облигациям США поднимаются, доллар тоже поднимается. Пара евро-доллар. Никаких сомнений нет, что хоть и программа по TLTRO была всего лишь на 82 миллиарда, это негатив для европейской валюты. И этот негативный настрой по европейской валюте будет сохраняться как минимум до конца месяца. Это лично мое мнение. То есть до следующего заседания Европейского центрального банка в начале октября, когда будет ясно, какие меры, какую программу будет запускать ЕЦБ, то есть параметры. Поэтому я ожидаю, что, учитывая, что ФРС ужесточил свою политику, пара будет оставаться под давлением. И мне кажется, что вполне возможно пара может дойти до вот этих уровней здесь где-то. 1.2720, чуть ниже, чуть выше, там на несколько пипсов. То есть до конца месяца, мне кажется, что есть очень большая вероятность, что пара снизится практически до неких таких уровней. 1.2720.
Конечно, я бы для себя при любом отскоке вверх, то есть, как мы говорим все время, при любом отскоке, при возобновлении падения, это хорошая возможность для открытия позиции по тренду до конца месяца. Поэтому я все-таки позволю себе сделать один ограничитель здесь. Давайте, чтобы вот эта черная линия нам напоминала, что вероятность вот этого сценария практически до четверга, до следующего заседания ЦБ, то есть до 2 октября. Поэтому ставлю вот такую линию. 14.45, когда публикуется решение ЦБ, практически вот до сюда. Если это не выполнится, или пара дойдет приблизительно до этого уровня, программа по количественному смягчению, точнее по выкупу активов, полностью учтена по этой цене. Если это было понятно, ставим свои плюсики. То есть, если пара спустится практически до этих порогов, то есть до этого уровня, приблизительно где-то здесь, до запуска выкупа активов, это будет означать, что полностью учтено в цене там некая программа. И мне, уважаемые зрители, как мы говорили, мне кажется, что параметры будут слишком характеристики высокими, и оттуда где-то либо после вот этого заседания, где-то отсюда произойдет некий отскок, и мы прикоснемся снова к верхней части вот этого диапазона. Поэтому в конце месяца, или при любом прикасании около этого уровня, я бы полностью закрывал свою короткую позицию, если она есть. Каждый для себя сам решает, кто-то покупает, кто-то продает. У вас хорошо, что есть такой выбор. Фунт-доллар. По моему мнению, это показало, что это некое дно или зона сильного сопротивления, поддержки имею в виду практически для этой пары. Поэтому я позволю себе нарисовать на уровне приблизительно 1.60 другую линию, пусть она будет зеленой, пока это является уже мощной поддержкой для фунта или мощное сопротивление для дальнейшего снижения. Лично по моему мнению... Так, давайте вот этот канал мы сейчас сделаем здесь тоже один такой боковик. Думаю, что вполне логично, чтобы в ближайшее время пара двигалась именно в этом сером боковике. Так, я позволю себе взять некий более светлый light gray. Ага. Цвет, то есть приблизительно 1.70. 3 мы знаем, верхний порог, нижний порог 1.60, нижний предел. Вот как выглядит некий диапазон, широкий диапазон, в котором я думаю, что достаточно долго пара будет двигаться. Лично по моему мнению, что нам показывает сейчас пара? Да, референдум, позитивные результаты для фунта повлияли на вот эту пару. Но учитывая, что вероятно, что доллар будет расти, как и в долларовом индексе, то есть и против европейской валюты до конца месяца, потому что евро остается под давлением, и против австралийца, видимо, и против японской иены, и против швейцарского франка, даже и против канадца, в других парах доллар будет расти. Соответственно, это увеличивает спрос на доллары в других парах. Соответственно, это будет влиять и на пару фунт-доллар. То есть даже тот позитив, который сегодня был для фунта, то есть то, что Шотландия не выходит из Соединенного Королевства, это не предоставит возможность для сильного роста. Потому что спрос на доллар в всех других парах будет сильно давить на вот эту пару. Если это понятно, ставим свои плюсики. Конечно, это мое мнение. Каждый для себя сам решает, что для нас это означает. Что пока еще трудно сказать, в каком направлении пойдет пара. Для меня лично есть некая вероятность, что она сделает еще одно дно, которое может оказаться выше вот этого дна. То есть мне как-то кажется, что как-то будет еще одно дно, которое все-таки не перепишет вот это предыдущее. Имею в виду не сегодня, но каждый для себя сам решает. Просто думаю, что здесь... Такова вероятность, еще раз подчеркиваю, каждый уже сам для себя решает.
Почему? Потому что многие говорят, вот знаете ли, здесь можно на этом заработать, давайте не пропустим. Пожалуйста, если кто-то, кому-то кажется, что пропустит некого движения, все в ваших руках. Австралиец, вспоминаем, какова была наша идея здесь. Еще раз подчеркиваю, около уровня 88-70, это моя финальная цель, которая была, плюс-минус 30-40 пипсов, то есть я делаю вот этот диапазончик закрытия. Давайте возьмем светло-синий цвет, где у нас light blue, чтобы цели у нас синие. То есть в этом диапазоне плюс-минус 20-30 пипсов, исходя из индикаторов по США, лучше закрыть, зафиксировать свою позицию. Я бы так поступил. И еще раз подчеркиваю, если кому-то кажется, что мы можем прикоснуться к нижней линии вот этого диапазона, который мы рассматривали раньше, то есть к этой сильной поддержке, да, можно сохранить свою пару и ожидать еще падения практически на две фигуры, но не забываем подтягивать вниз свои стоп-лоссы, чтобы вдруг не потеряли вот эту прибыль, которую мы практически достаточно долго ждали. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Каждый для себя сам решает. Если кто-то хочет рискнуть и заработать ниже вот этого уровня, подтягивайте как минимум вниз свои стоп-лосс. Я бы так поступил. Доллар-иена. Мы практически прикоснулись к этой целью. Я позволю себе пока нужно, видимо, убрать вот эту линию. Просто нужно более грамотно ее нарисовать. Но я не хочу, чтобы у меня было столько много линий, чтобы это мне мешало. Тут нужно как-то... Видно, что восходящий тренд возобновился. Лично, по моему мнению, как можно поступить? Да, мы говорили, здесь нужен некий реальный прорыв, который покажет нам, что восходящий тренд возобновился. Скорее всего, это было из-за заседания ФРС, которое показало, что ФРС будет ужесточать свою политику тогда. При некой впадине это хорошая возможность покупать. То есть то мощное ужесточение в США, которое идет, вряд ли предоставит возможность для японской иены, чтобы сильно выросла в ближайшее время. Так что любая впадина здесь это хорошая возможность для покупки. Лично по моему мнению. По канадцу знаем, что торгуем по этой формации. Скорее всего, если инфляция сегодня будет плохой для Канады, то есть снижающаяся инфляция, то тогда по этой формации, скорее всего, можно пытаться войти в рынок по восходящему тренду с целью достижения как минимум заново вот эти вершины. То есть здесь нет никаких сомнений, что нужно отдавать предпочтение длинным позициям. При впадине, при возобновлении покупаем. Каждый, конечно, для себя сам решает, покупает или продает. Швейцарский франк. Что у нас есть? Видимо, что этот диапазончик здесь, консолидация, точнее, является мощным магнитом. То есть не позволяет пару спуститься вниз, не позволяет быстро пару пойти вверх. Я сохраняю свою длинную позицию. То есть для меня практически здесь нет никаких причин для того, чтобы бояться и ожидать, что здесь произойдет разворот. По паре евро-швейцарский франк мы коротко обсудили ситуацию. Золото снова тестирует вот эти впадины 1220. Как мы говорили, при четком ясном ужесточении монетарной политики в США вполне возможно, чтобы пара в ближайшее будущее протестировала и даже вот эти уровни 1200-1190. Очень и очень возможно. Вспоминаем, что мы рассматривали вот этот нисходящий канал. Даже мы каждый день его строили. Давайте посмотреть даже, что можно отсюда убрать, чтобы оно нам не мешало. Знаем, что торгуем по этой формации. То есть каждый такой прыжок – это хорошая возможность для открытия коротких позиций. Давайте даже я и стрелку вот эту передвину для открытия коротких позиций по нисходящему тренду. Позволю себе, чтобы вот этот симметричный треугольник отображался только на дневном фрейме, как и вот этот предыдущий симметричный треугольник. То есть они все были на тем же самом уровне центр. Что еще сделаю на 4-часовом фрейме? Тогда убираю вот этот диапазон, который мы раньше рассматривали на основе симметричного треугольника.
тогда я могу в дополнение построить на мелких фреймах. Вот, или, видимо, что давайте на мелких фреймах сделаем еще одну такую линию вот этого нисходящего канала. Конечно, лучше дома ее более четко и правильнее настроить. Это более слабая линия, чем на дневном фрейме. Так, вот как выглядит, вот этот нисходящий канал, в котором мы движемся. Так, давайте посмотрим, если... Ну, приблизительно думаю, что мы его как-то сделали. Соответственно, как мы говорили, так, мне нужно, чтобы он отображался в качестве видео лучше. Вот как выглядит, грубо говоря, вот этот нисходящий канал, в котором движется золото. Скорее всего, я сильных причин для какого-либо роста не вижу. Тут должно произойти некое форс-мажорное событие. Соответственно, скорее всего, оно шаг за шагом медленно может спускаться. И где-то на уровне 1180-1170 может найти некую поддержку. Соответственно, если у кого-то были короткие позиции при выходе из этого симметричного треугольника вниз, то имейте в виду, что в нижней части, прикасаясь к этим впадинам, лучше фиксировать свою прибыль. Почему? Потому что даже если, но это мое мнение, даже если золото сильно спустится вниз, то сделает прорыв вот этих впадин. Так, давайте сделаем прорыв вот этих впадин. Такой сценарий. Допустим, если золото спустится и пойдет сильно вниз, рано или поздно оно снова снизу вверх протестирует вот этот нижний порог нисходящего треугольника, который был построен на основе вот этих впадин. То есть здесь где-то можно закрывать свою короткую позицию или часть, но каждый для себя сам решает, потому что возможностей много. Какие у вас вопросы, уважаемые зрители, конкретно по валютному рынку, по нашим индексам? Жду ваших желаний. Скорее всего, очень скоро мы включим и китайский юань для рассмотрения. Если будет время, во время нашего обзора. То есть, вполне возможно, что подключим и китайский юань к нашему обзору. Если вопросов нет, ставим свои плюсики. Нам пора прощаться, так как сегодня пятница. То есть, встречаемся уже на следующей неделе в понедельник. Хорошо, поскольку я понимаю, тогда вопросов нет. Тогда всем желаю хорошего дня. Огромное спасибо за ваше ежедневное присутствие, за вашу активность в чате. Всем, конечно, желаю прибыльных сделок. Если торгуете по канадцу, не забывайте, что сегодня в 16:30 по московскому времени публикуется этот значимый индикатор, а именно инфляция. Всем, конечно, желаю приятных выходных и встречаемся снова на следующей неделе в понедельник. С вами был Василий Петков, Высшая школа трейдинга Альпари. Всем удачи!